Дети из Бабаюртовского, Кайкенского, Чародинского районов Дагестана посмотрели сказочный мюзикл по мотивам мультфильмов Уолта Диснея «Волшебная кисточка Диснея». Показ прошел в рамках проекта Минкультуры Республики «Культура детям Дагестана». Это культурно-просветительский проект, в рамках которого дети со всех уголков Дагестана, приезжая в нашу столицу, имеют возможность посмотреть экспозиции в музеях, спектакли в театрах, посетить общеобразовательные экскурсии в Национальной библиотеке. Данный проект, мы считаем, он одним из основных проектов Министерства культуры. В нем участвуют наши театры, в нем участвуют наши музейные организации. И мы считаем очень важным, что дети нашей республики со всех районов имеют возможность приехать в столицу, в город Махачкалу, и посмотреть профессиональное искусство наших театров.